Это слышали все. 23 июня во Всероссийском детском центре «Смена» прошло яркое открытие второй летней смены. В этой смене будут функционировать разные тематические программы. Junior Skills, Парк будущего, Самбо 70, One Camp, проект «Лето спортивных побед» и «Баскет-школа». В рамках направлений Junior Skills и Парк будущего участники смены будут осваивать профессиональные компетенции с помощью приглашенных экспертов. Junior Skills представляет 7 компетенций: инженерный дизайн, фрезерные и токарные работы на станках, мобильная робототехника, лабораторный химический анализ, мультимедийная журналистика, интернет вещей и прототипирование. Эксперты Парка будущего будут рассказывать секреты деревообработки на станках, кровельных работ и интернета вещей. Спортсмены самбо 70 и баскет-школы будут повышать уровень своей физической подготовки регулярными тренировками под контролем чемпионов. Проект «Лето спортивных побед» будет поддерживать и развивать успехи детей через спорт, интеллектуальное развитие, здоровый образ жизни, а также познакомит ребят с 15 видами спорта. Ребята направления One Camp будут проходить обучение на 10 кафедрах. Для них будут проводить свои мастер-классы лучший танцовщик по версии ТНТ Ильшат Шабаев и исполнять свои хиты группы «Время и стекло» и Open Kids. Нас встретили очень гостеприимно, тепло, мы познакомились с новыми друзьями, нашли общий язык, нам было очень весело. Нам здесь очень нравится, здесь мы получили много ярких эмоций, музыка играет очень громко, у нас много новых друзей, и я надеюсь, что после смены мы будем общаться со всеми. Вот сегодня второй день, и я поняла то, что ребята очень интересные, и наш отряд очень дружный, даже из-за того, что тут разный возраст, то есть тут от 14 до 16 в нашем отряде, вот, но все равно, из-за того, что я не самая младшая, я чувствую себя как в своей тарелке, и, в принципе, мне очень нравится, и я обещаю, что приеду сюда еще несколько раз точно. Вначале, когда я приезжал, я не думал, что здесь будет настолько масштабное событие, я думал, что это будет обычный скучный лагерь. Но оказалось, что это целый комплекс из разных лагерей, из разных людей, занимающихся разными делами. Это просто невероятное ощущение, когда ты приезжаешь и ты смотришь на свой корпус, ты просто не можешь поверить, что вот, я здесь буду жить. Завершение праздничного концерта и открытие второй летней смены ознаменовал красочный салют. Эта смена своим открытием показала, что будет жаркой, активной и яркой.